Як завжди, я дуже хочу подякувати силам оборони України за те, що ми з вами маємо можливість збиратися і спілкуватися про велике мистецтво. Подякувати товариству по братимству Харків Нюрнберг персонально пані Антиремпе. Дому Нюрнберга у Харкові персонально Світлані Чистяковій, арт-клубу Пентагон і Олі Леоновій. І я хочу начать з вот этого изображения. Это не Дюрер, как вы понимаете. Это братья Хуберт и Ян ван Эйк — это центральная часть Генского алтаря. То есть это огромный э, алтарь, это полиптих практически, в центре которого вот эта вот фигура Бога Отца. Не то Бога Отца, не то Бога Сына. К середине, точнее даже не к середине, а к началу XVI века в основном мы будем с вами говорить об этом периоде. Мы будем так или иначе ходить вокруг этих 1500-х годов, то чуть раньше, то чуть позже. Но вот к этому времени, как бы вот так вот в фас изображали только Бога Отца, Бога Сына, иногда Богородицу в формате Аранта. И больше никого. Когда не вы рассматриваете его, а он рассматривает вас. Для первого тысячелетия христианства самой характерной дискуссии среди интеллектуалов была тема подобосущности и единосущности Бога Сына и Бога Отца. Почему, собственно говоря, здесь братья Эйки изображают нам с вами высшее как бы, существо, да, сотворившее этот мир, но изображает в виде привычного нам лика Христа. Когда м -м, интеллектуалы как бы, говорили о том, что все-таки, ну проще говоря, да, что произошло раньше, курица или яйцо? То есть кто появился раньше, отец или сын? Потому что есть, была теория, что сын как бы происходит от отца, и была еще более элегантная теория, что они существуют параллельно, никто ни от кого не произошел на самом деле. И в 20 веке Хорхе Луис Борхес изобрел вообще очень красивый анекдот на эту тему. Бог отец говорит Богу сыну. А, ты знаешь, как я тебя сотворил? Конечно, отвечает Бог сын, ты подражал мне. У братьев Эйков здесь, здесь персонификация вот обоих этих ипостасей, плюс еще как бы голубь сверху. Я настаиваю на том, что до 1500 года, кроме вот этой триады, никого, никогда, вот так вот в фаз, глядя в наглую к зрителю в глаза, никто никогда не изображал, пока у нас с вами не появляется Альбрехт Дюрер. Это его автопортрет 1500 года. Почему он так изображает себя? Что происходит? Ну, во-первых, мы нашу лекцию назвали сегодня «Альбрехт Дюрер. Венец творения». Искусствоведы любят говорить о том, что он был нарциссом, он был влюблен в себя. Это тот человек, про которого можно сказать, рассказать знаменитый анекдот, что человек голый подходит к зеркалу, смотрит на свое отражение, и, и сам себе говорит, что ой, идеальный секс, я и я. То есть это, наверное, про него. А, так ли это? Нет, конечно, это скорее всего не так. Все мы не что-то одно, и дюрер не что-то одно. Он гораздо более а, сложное существо. И мы с вами будем говорить о нем в течение двух месяцев. Я надеюсь, вас в этом убедить. Так почему же Дюрер изображает себя как Бога Отца и Бога Сына? Есть очень красивая версия, которую высказала одна, я пытаюсь подобрать феминатив к слову искусствовед. Мастерство знавчиня, она сказала, что, наверное, дело в том, что шел 1500 год. А что такое 1500 год? Это христианский мир, ну, европейская цивилизация, да, вот у Икумена вот это. Она уже, э, то ли второй, то ли третий раз, ждала конец света. То есть вот точно будет. Потому что, ну, мир уже дошел до ручки, уже хуже некуда, как бы. И, ну, вот сейчас может быть только конец света. Ничего другого вообще, э, ну, быть не может в этом кошмарном мире. То есть, все вот эти вот разговоры, которые, ну, человечество слышит периодически до сих пор. Поэтому все были уверены, что, ну, все, всем кирдык. Будет конец света, поэтому, возможно, Дюрер сказал себе: "А, я же прекрасен, напишу себя, ка я вот так вот". Но ну, он действительно был прекрасен, и все те, кто был с ним знакомый, он был знаком с огромным количеством людей, которые все умели писать и читать, о нем оставили воспоминания, и люди говорят о том, что да, он тратил полдня на то, чтобы как бы выйти в люди, в люди максимально красивым. Я не стал искать, ну, вернее, я специально не стал искать, если вы захотите, найдете сами. Есть карикатура его друзей, кого-то из художников, по всей видимости, кто с ним работал, вот примерно этого периода, где Дюрер изображен в папильотках, вот в этих штучках, на которые как бы накручиваются волосы. Поэтому он, нет, от рождения он таким кудрявым не был. Кто-то из Заказчиков в письме ему пишет, что вы бы уже давно выполнили мой заказ, если бы вы не тратили полдня на завивку своей бороды, уже сбрить ее к чертовой матери в конце концов. Потому что да, Дюрер как бы тратил на это э, уйму времени. Кроме того, что он был прекрасен и талантлив, а он знал с самого детства, что он талантлив. Он тот художник, который понимает, что он у себя есть всегда а не рисовать он не может. Он рисует все время. Это, вот, знаете, как бы это отличительная черта настоящего художника, у которого раньше как бы, это всегда был какой-нибудь блокнотик в кармане, как бы, и все время что-то зарисовывалось. Тем более, что пока ты, чем, скажем так, ты моложе, чем ты юнее, тем тебе все как бы, в диковинку, тебе хочется все зарисовать. Сейчас дети это делают вообще в своих телефонах при Дюрере, конечно, таких возможностей не было, но вы уже видите, что на этом портрете, вот там вот, уже есть его вот эта знаменитая монограмма Альбрек Дюрер, которая сыграет с ним злую шутку, но про злую шутку мы будем говорить с вами уже в ноябре. Сегодня не будем, потому что сегодня мы с вами говорим о его живописи. Да, Дюрер это в большей степени про гравюру про рисунок, как казалось бы. Но вот знаете, если бы сейчас Дюрер встал из могилы, он бы сказал бы, вы что, с ума сошли? Я великий художник, я живописец. Посмотрите, сколько всего я написал, и вот именно это мы с вами сегодня будем смотреть. Таким образом, Дюрер, по всей видимости, в 1500 году подумал, ну если после нас хоть потоп, то почему же как бы, не написать себя в фас, как э, писали Бога Сына и Бога Отца, как и пишут как бы, при нем его, его современники. Потому что, ну, в конце концов, все равно все. Все. Так может быть, как бы я прекрасный и чудесный, как бы останусь, и люди будущего будут э, видеть мой портрет. Конечно, нельзя не сказать несколько слов о его происхождении. Дюрер считается самым немецким из немецких художников. Во всяком случае, это сказал или Шиллер, или Гёте. Вот я Точно не помню, не, не скажу вам сейчас. При этом его отец, которого вы видите, который тоже Альбрехт Дюрер, вот он Альбрехт Дюрер старший, он на самом деле родом из Венгрии, он из деревни Айтоши. И его отец, в свою очередь, который был венгром, который жил в этой деревне Айтоши под городом Дюла в Венгрии, он вообще непонятно чем занимался, как бы история не сохранила никаких сведений. А вот Альберт Дюрер старший, мы знаем точно, что он был ювелиром. Как так получилось, что сын непонятно кого стал ювелиром, тоже не совсем понятно. Но опять-таки нет документов, мы не можем ни на что опираться. А что такое ювелиры в этот период? В Германии художник – это ремесленник. Это в Италии – это артисто. А в Германии – это ремесленник. Есть цех художников, как цех сапожников, кровельщиков, каменщиков и всего на свете. И художник подчиняется правилам этого цеха. Единственное, в чем повезло Дюреру, Альбрехту, младшему, это то, что он жил в Нюрнберге. Я тоже сейчас расскажу, почему. Вот его папа, он стал ювелиром. А ювелир – это... Это звезды, это боги искусства того времени, это вот единственные, скажем так, мастера, к которым относились как к творцам, как к художникам, потому что они имеют дело действительно с прекрасным, что сделать нельзя, можно только огранить, можно только оправить. И надеть на красивого человека, на пальчик, на шею, в ухо там или куда-то еще. Поэтому ювелир это человек очень уважаемый. И господин Айтуши переезжает в Нюрнберг в Германию. И в Германии он принимает фамилию дюрер. Откуда берется эта фамилия? Айтас э, с старовенгерского – это дверь. На старонемецком дверь это дюр. Отсюда дюрер. То есть Дверцов, дверной, да, ну как-то так. В Нюрнберге, почему как бы в Нюрнберге особенно приятно жить и работать, в Нюрнберге тоже есть цеха. Что такое цех. Цех – это такая корпорация, у которой все очень жестко. Ты должен работать только с вот такими металлами, только вот в таких печать, печ, печах ты должен плавить этот металл, только такими должна быть огранка. То есть регламентировано абсолютно все. То есть шаг вправо, шаг влево – расстрел. То есть никакого творчества в принципе. Но в Нюрнберге произошла следующая ситуация: там э, цеха, они в какой-то момент подумали, что а почему бы нам самим не править городом? Зачем нам нужен бургграф? Зачем нам подчиняться его правилам? Зачем нам, когда мы можем сами организовать себя, как организовали себя там Гамбург или итальянские города, с которыми э, они живут в одной стране? Они живут в одной стране. Германии нет, Италии нет. Есть Священная Римская империя германской нации, в уходит, входит, Фландрия, Голландия, Бургундия, частично Бургундия, Эльзас, Лотарингия, вся нынешняя Германия, которую мы с вами знаем, и Вся северная Италия, до Папской области, до, до, до Неаполитанского королевства. Это все одна страна. Так вот, итальянские цеха, они именно такие, они правят городами. В Германии, конечно, об этом знают, и в Нюрнберге э, горожане хотят взять власть в свои руки. Но Бургграф оказался сильнее, так уж вышло, что у него было войско. И цеха были расшвырены по всему городу в э, больших лужах крови. Поэтому цеха в Нюрнберге были слабенькими, в принципе. Хотя, в конце концов, да, там городское самоуправление оно возобладало, бургграф был, но он был чисто номинальный. Но и цеха тоже не сильно закручивали гайки. То есть здесь возможностей для творчества было больше, что, конечно же, станет благом для э, юного Альбрехта, который родится вот у этого человека. Это портрет отца, который напишет Альбрехт Дюрер уже в самом начале 16 века. В 1502 году Альбрехт старший умрет. И Дюрер будет очень страшно переживать. Эту смерть у него была э, громадная связь с родителями, особенно с отцом, и, а с мамой Барбарой так вообще. Когда умрет мама, для него это будет катастрофа. Дюрер, в отличие от огромного количества художников, его современников, он оставил после себя очень много писем, он оставил дневники, он оставил, он оставил даже историю своей семьи. Но историю своей семьи, начиная со своего папы. То есть, в принципе, как бы он, по всей видимости, хотел сделать что-то типа «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа и братьев его». Но не так глубоко. Дюрер начал со своих родителей, с отца Альбрехта и с мамы Барбары, и он э, очень скрупулезно перечисляет, когда, какого числа, кто крестил, какой день, когда родились все 18 детей Альбрехта Дюрера старшего и его жены Барбары. Альбрехт был то ли третий, то ли четвертый, я честно говоря, не помню. До взрослых лет дожили немногие, буквально две сестры, еще два брата у Дюрера, как бы они достигли достигли взрослого возраста, скажем так. Остальные все так или иначе умирали. Но мама Барбара родила 18 детей, согласитесь, как бы это, это немало. Насколько я знаю, она превзошла рекорд императрицы Марии Терезии, у которой, по-моему, детей было 17. Но... Могу ошибаться, но как бы не, не это главное. И надо отдать должное папе Альбрехту, который который в какой-то момент, когда Дюрер младший, когда Альбрехт младший сказал, что вот я, я наверное, хочу быть художником, а он это сказал где-то примерно в возрасте 13-14 лет, и в следующий раз в ноябре мы будем с вами видеть автопортрет его 13-летнего. Некоторые взрослые художники во взрослом возрасте так не рисуют, как, как рисовал 13-летний Дюрер. Папа Альбрехт сказал, ну да, наверное, наверное, будешь художником, наверное, у тебя получится, потому что все это достаточно талантливо. Папа тоже прекрасно рисовал, тоже будем это все с вами видеть. И папа разрешает ему стать художником что вообще в принципе редкий случай. Потому что вы же понимаете, что все люди этой эпохи, маразматики, самодуры, и какая может быть дискуссия вообще? Ну, папа сказал, будешь ювелиром, значит, будешь ювелиром. Но Дюреру повезло. То есть папа оказался, несмотря на то, что он венгр, Папа оказался достаточно покладистым, как бы он согласился с этим, потому что ну, в противном случае вообще Дюрер мог остаться без дома, без крови, без наследства, без ничего. Вообще могли в монастырь отправить, а тут как бы ну, позволили ему стать художником. И Дюрер всегда этого хотел, и когда он пишет э, уже э, ну, значительно позже, это работа где-то примерно 1503 или 1504 года, то есть здесь-то Дюреру, ему уже как бы за 30, он родился 21 мая 1471 года. Если я не ошибаюсь, 21 мая – это самое начало близнецов. То есть в Дюрере вот эта вот дуальность, она будет все время. Он все время будет метаться между какими-то крайними точками. Я, опять же, да, как том анекдоте. Я овен, поэтому я не верю в гороскопы. Но в Дюрере как бы, вот эта вот его близнецовость, она очень-очень четко чувствуется. Он пишет здесь маленького Христа. Это вот та евангельская история, когда родители потеряли ребенка. Когда вот был, только что был рядом, да, уже вышли из, из Иерусалима, как бы после Пасхи, идем домой, домой же идем пешком, естественно, прошли полдороги уже. Смотрят, нету Иисусика. Заметили. Ослик есть, Иисусика нет. Вернулись, вернулись и видят, что в храме сидит юное дарование, сидит и общается с книжниками и мудрецами, толкует им Писание. Причем толкует как? Вот обратите внимание, его ручки, вот они, да? Вот они такие уверенные, он там на пальчиках что-то показывает, это что Моисей сказал, это, это и это. И, а рядом вот, вот этот вот, да, мудрец, такой красавчик, вот с такими вот очень неуверенными руками, что юноша, что вы говорите, неужели он все вот это вот сказал? Это дюрер про себя. Потому что он все умеет, он все знает, у него все получается, он очень талантлив. А это вот все остальные, это, вот, это, это все маглы, а это дюрер. Художник очень часто, на самом деле, когда он работает над жанровой композицией, особенно над такой жанровой композицией, он апеллирует к себе. И не исключено, что вот в данном случае это нечто совершенно похожее. А вот это вот его очень, ну, самая ранняя живописная работа, которую мы знаем. Это э, самый конец 80-х годов, то есть ему как бы еще и 20 лет нет. Он такой вот еще очень-очень начинающий художник, и здесь Здесь все это очень хорошо видно, потому что у него очень плохо с пропорциями. У него все люди головастики. Они у него с большими головами, с маленькими телами. И с Дюрером эта беда будет продолжаться всю его жизнь. Вот по всей видимости, кто-то его сглазил в этот момент. Может, папа. Папа него рисовать. Папа, может быть, сказал, что, Альберт, все бы хорошо, но с пропорциями как-то все плохо. И папа открыл гештальт. И Дюрер всю свою жизнь он пытается найти идеальные пропорции. У него было все хорошо с математикой, он очень ее интересовался. У него. Э, если просто загуглите дюрер математик, вы такое увидите. То есть этот человек строил реально графики, он пытался найти идеальные пропорции для красивого человека и некрасивого человека, для людей разных видов полноты, для женщин, для мужчин, для предметов. То есть это постоянный поиск, это постоянные вычисления. В этом дуже богато очни если честно. Но как бы как исследование это интересно. Ну и мы, конечно, с вами должны понимать, что это более 500 лет назад. Как бы тогда вот темой пропорции, изображением человека болела вся Европа. Мы с, вами, мы с вами сейчас, вот прямо сейчас, находимся в зоне высокого возрождения, потому что время в Италии Леонардо, Микеланджело, Беллини, Джорджоне, Тициан, кого я не назвал, Рафаэль, они все существуют одновременно, а на севере это Дюрер. И на севере было свое так называемое северное возрождение. И Дюрер, в принципе, как бы, ну вот финал, венец творения этого северного возрождения. Так возвращаясь к пропорциям. Он знал, что Якопа де Барбари, который работал на э, саксонского курфюрста Фридриха III, мы с вами вспоминали его на Кранаховской э, лекции, у него, у Якопа де Барбари, была книжечка. В этой книжечке были пропорции за которыми гонялся Дюрер и очень хотел эту книжечку заполучить. Он приехал в Виттенберг для того, чтобы встретиться с Якопо де Барбари, но Якопо де Барбари уже был уволен, он туда уехал. Потом, как бы уже под конец жизни, Дюрер попадает на север в Нидерланды, у него будет нидерландское путешествие, где правительница Нидерландов, эрцгерцогиня Маргарита, говорит ему, что «А вы знаете, у меня есть эта книжечка Якопо де Барбари, но ну, вы понимаете, я обещал одному фламандскому художнику, и я ее ее отдала. Как только вернет, сразу вам дам. Ну так как бы Дюрер в общем-то ее и не получил никогда. И в большинстве случаев у себя, как бы, он все-таки находит тему пропорций, как он ее находит? А он ее находит интуитивно, как находят все художники. Каждый художник всю вот эту вот ерунду знает: сколько раз там голова помещается в теле, сколько тела от общего роста нога от общего роста пропорции, это мужская фигура, женская фигура. Все это все знают. На сегодняшний день все эти пропорции известны. Никто этим не пользуется. Все это исключительно по наитию. И у Дюрера это будет по наитию, и он как бы выйдет из вот этих вот детских рисунков. Но обратите внимание, как он моделирует одежду, как он моделирует складки, как он работает с мехом, как он работает с формой головы, как четко читается, что вот у этого рыбака у него приоткрыт рот, а значит запали щеки, то есть Дюрер уже вот это вот все ловит. Ну, есть откровенно неудачные персонажи, как вот, например, или там какие-то большие проблемы с ногами, но все равно как бы, Дюрер так или иначе, он подбирается к пластике человеческого тела. Ну, не говоря уже о том, что э, вот это вот, это ж, ну вы в курсе, да, это и не беременность, это так называемые бургунские моды, как бы под платье там специально подставляли вот такой вот кринолинчик, чтобы это так выглядело, потому что это считалось таким милым и очаровательным. И, в принципе, для 13-15-летнего человека это сделано совсем неплохо. Да, еще не гений, здесь это еще не читается, но многое уже умеет, очень многое уже умеет. Была ли у Дюрера белочка? Конечно, у Дюрера была белочка. Вот у вас, вот вам белочка, 1512 год, да, она написана даже позже зайчика. А вообще, я вот как бы сейчас вам буду показывать его в студии, он всю свою жизнь, уже будучи как бы известным художником, он продолжал над этим работать. Он продолжал зарисовывать абсолютно все, что он видел, все, что, все, что ему было интересно. Зачем это было нужно? Для того, чтобы показывать в Альбертине сейчас? Нет, конечно. Он это делал для себя, потому что это ему пригодится в работе над чем-нибудь когда-нибудь. Это сейчас, как бы, когда Альбертина там в 2018 году сказала, вот только в октябре, мы показываем зайчика Дюрера, и все как с ума сошли. То есть я захожу на сайт Альбертина и понимаю, что мест нет, зайти нельзя, все разобрано. Ну и сейчас как бы периодически это все показывают. Ну, прекрасная совершенно белочка. Понимаете, он он уже все это умеет, но он все равно все это прорисовывает. Причем обратите внимание, какая сумасшедшая детализация. То есть у него в глаз вмонтирован микроскоп. И он все это изучает. Ну и как без зайчика? Как 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 так можно? Это я когда учился. Выходим с очередной пары. О чем говорили про Дюрера? Зайчика показывал? Не, не показывал. Ну, как вы могли говорить про Дюрера и Зайчика не смотреть вообще? Какое место занимает этот Зайчик в творчестве Дюрера? Да никакого он не занимает. Просто чудесный Зайчик. Просто еще одна студия, которую Дюрер делает для того, чтобы когда-нибудь, а вдруг, может быть, ему понадобится. На самом деле у него этих Зайчиков шесть. Ну этот просто самый известный, потому что он самый хорошенький, но еще здесь Дюрер свою подпись поставил ну, на самом видном месте. То есть любой уважающий себя коллекционер скажет, о, Дюрер, надо брать. А вот это совершенно волшебная вещь, это крыло сизоворонок. Это сизоворонок. То есть надо было поймать сизоворонка, или я не знаю, что он с ним сделал как бы распять его там на чем-то, и вот это вот все акварелькой зарисовать. Это все акварель. Дюрер один из первых, кто с акварелью начинает работать как с серьезным материалом, именно потому что как бы он дает возможность очень быстро изобразить то, что ему надо изобразить, чтобы не держать это в голове, как бы иметь всегда у себя перед глазами, если вдруг это когда-то понадобится. Ну плюс как бы в акварели хорошо что? Акварель – это краски на воде. Вода быстро высыхает. Не надо, как в случае с маслом, ждать 2-3 недели. Ну и посмотрите, какая фантастическая вещь. Ну и обратите внимание, что опять-таки, да, 1512 год. У него с деньгами все хорошо. У него дело в том, что с деньгами будут, будет хорошо всегда. У него всегда заказы, у него всегда прекрасные гонорары, у него всегда с этим чудесно. Единственная проблема – это жена, которая почему-то всегда уверена, что денег нет. Ну, про Агнес – это отдельная история, мы об этом тоже поговорим. Это Дерн. Вот кто из вас, дорогие коллеги, сядет и начнет вот так вот скурпулезно работать над вот этим Дерном? Нафиг нам это надо, у нас есть камера в телефонах. Если нам надо будет, мы это все себе снимем, и оно у нас будет всегда в качестве референса. У, у, у Дюрера не было таких возможностей, поэтому он берет и все вот это вот рисует. Так ли это все в природе? И Дюрер сидел, прям вот лежал. Вы же понимаете, да, что точка, с которой Дюрер рисует, она достаточно низка, то есть по идее он лежит на земле. Ну, конечно же, он не лежал на земле. Возможно, он выкопал как бы этот пласт земли, отнес к себе наверх своего дома, который он купит в 1509 году, который мы с вами сегодня тоже будем смотреть. А может быть, он рисовал каждую травинку по отдельности, и то, что мы с вами сейчас видим, это вообще плод его композиции. Что, ну, это, это вообще на, на уровне там я не знаю, на уровне какого-то совершенно вселенского открытия, потому что это невероятно красиво, такое ощущение, что здесь нет ничего случайного, здесь ни одна Травинка как бы не перекрывает другую. Такое впечатление, что он пытается нам показать абсолютно все, чтобы мы увидели все. Потому что что мы видим в природе? В природе мы видим, что э, там какой-то колосок перекрыл другой колосок, тот перекрыл третий. В результате они друг за другом. Это все еще перекрывают одуванчик. Какой для, для Дюрера это кошмар. Дюреру обязательно надо все это рассредоточить, чтобы мы, мы с вами увидели все. Поэтому есть версия, что это написано не совсем с натуры, а это плод его композиции. Тоже акварелька. Тоже акварелька – это замок в Инсбруке. И тут мы с вами приходим э, к тому моменту, который в биографии Дюрера, ну, такая вот, такое белое пятно, потому что никто не знает, чего, чего вдруг он там оказался. Потому что Инсбрук, как вы понимаете, это нынешняя Австрия, это вообще Тироль, это туда вот ближе к Швейцарии и мы точно знаем, что он побывал в Базеле, потому что в Базеле он карандашиком зарисовывает главную звезду среди гуманистов того времени, потому что вы понимаете, Пико Пико де ла уже умер к этому времени, Лютер еще себя никак не проявил, и самый главный мыслитель Европы этого времени это Эразм Роттердамский, и он живет в Базеле. И известно, что в Базеле уголечком Дюрер его зарисовал. И произошло это вот в самом начале 90-х годов, когда Дюрер почему-то он там лазит где-то по Рейну, то, то, на юг, то на север. Дюрер нарисовал в Базеле Эразма Роттердамского и уехал. И только через 20 лет уже у себя дома в Нюрнберге он сделал, уже прочитав похвалу глупости, как бы окончательно как бы убедившись в том, что Эразм Роттердамский велич... один из величайших людей своего времени, он делает гравюру, изображающую Эразма Роттердамского, но по тому своему рисунку и отправляет в качестве подарка Эразму. Эразм получает и видит себя 20-летней 20 давности. Как бы. А как бы он уже не помнит, как он тогда выглядел. Он видит себя в зеркале, он смотрит на эту гравюру и говорит, не похож. И откладывает и забывает об этом вообще навсегда. И, кстати, даже где-то он пишет о том, что э, работа Гальбейна значительно лучше. А когда умер Дюрер, то Эразм Роттердамский Вообще написал, ну а что горевать-то, господи, все мы смертны в конце концов. Да, так вот, возвращаемся в Инсбрук. В Инсбруке Дюрер делает вот такую вот акварельку. По всей видимости, это вот то самое путешествие, в момент которого он зарисовал, зарисовал Эразма. Точно такая же лакуна с первым итальянским путешествием, о котором мы тоже с вами скоро будем говорить. И вот, гуляя по северной и южной Баварии, по, северной, по Западной и Северной Вестфалии, Дюрер получает письмо от папы. Папа пишет, дорогой Альбрехт, срочно приезжай в Нюрнберг. Что случилось, думает Альбрехт? Все просто, папа решил его женить. Папа решил его женить, женить он его решил на Агнесе Фрай, которую, или Фрей, которую Дюрер, по всей видимости, знал с детства, я так думаю, потому что они были соседями. Как-то договорились и решили, что дети должны пожениться. И юная невеста высказала пожелание, что раз э, жених художник, а я его давно не видела, пусть нарисует себя пришлет. И Дюрер пишет этот свой автопортрет, один из первых живописных его автопортретов. Искусствоведы, мне очень нравится эта трактовка, они говорят, что это самый французский из э, автопортретов Дюрера, потому что Дюрер здесь именно такой вот, он юный щеголь, он здесь вот обложка мужского вога, скажем так, потому что и вот эта вот шапочка с вот этой вот кисточкой, и рубашка, которая на груди перетянута вот этими вот э, тесемочками, и э, смотрите, ему 22 года, он прекрасно пишет, он чудесно моделирует абсолютно все. У него чудесно все с пропорциями. А он, напоминаю, он все еще уверен, что с пропорциями у него очень плохо, потому что у него же нет книжечки до Барбари. В руке у него чертополох. Этот портрет, этот портрет так и называется автопортрет с чертополохом, потому что чертополох в это время, он означает мужскую верность. И вот такой вот портрет, достаточно комплементарный и по отношению к себе, такому красивому. Кстати, обратите внимание, у него прямые волосы. И по отношению к невесте, вот посмотри, какой я красивый, и чертополох тебе как бы не как колючка колоть я тебя не буду. Это символ того, что я буду тебе верен. Вещь, конечно, совершенно прекрасная. И Агнеса, наверное, была просто счастлива получить этот портрет. Он приезжает, он приезжает в Нюрнберг, он женится на Агнесе Фрай, которую мы с вами тоже будем видеть в следующий раз. И потому что в следующий раз мы будем говорить о гравюре и о рисунках Дюрера. И так случилось, что его пригласил к своему двору поработать э, саксонский карфюр, курфюрст Фридрих III, который ну, работал с Кранахом в основном, но с Дюрером тоже работал. И когда Дюрер уезжает, в Нюрнберг приходит чума. И в течение примерно двух-трех месяцев Дюрер не знал. Он еще женат или уже нет? Потому что никаких писем не было, никакого сообщения не было, никто ничего не знал, что происходит в э, Нюрнберге. Мало того, после того, как он напишет вот этот вот портрет Фридриха III, которого потом все назовут мудрым, конечно, это вот он в молодости вот такой вот был курфюрст, на которого потом э, много работал в кранах, Дюрер якобы уезжает в Италию. Это его итальянское путешествие, оно покрыто вот таким вот мраком тайны, потому что из его второго итальянского путешествия мы знаем много чего. У нас письма, у нас дневники, у нас есть все. У нас задокументирован весь дюрер второго периода. Мало того, мы все прекрасно понимаем, что он второй раз поперся в Италию. Он поехал разбираться, у него было дело и тяжба об авторских правах. Только лишь в одном месте, в одном письме, вот в том втором в своем втором итальянском путешествии Дюрер пишет, что сейчас мне здесь понравилось значительно меньше чем все то, что нравилось мне в предыдущую поездку. Все, больше ничего мы не знаем о предыдущем итальянском путешествии Дюрера, кроме того, что Дюрер очень увлекся гуманизмом. Он очень увлекся гуманизмом как изучением человека. Художник человека изучает прежде всего внешне. Его интересовала внешняя сторона э, человека и того, что он из себя представляет. Но при этом он все равно как бы работает над заказными работами. И я вам хочу показать вот эту вот ф Фелисити, господи, я забыл фамилию. Тухер, господи. Это Фелисити Тухер. Мало того, у нее, смотрите, у нее вот тут вот, видите, H и T, это Ханс Тухер, это ее, это ее муж. Это вообще э, парный портрет мужа и жены. Прекрасная работа. А когда я вам сейчас покажу э, портрет мужа, ну, это работа уже очень серьезного художника, который прекрасно владеет формой, который прекрасно владеет композицией портрета. А еще здесь есть то, что тоже указывает на то, что... Дюрер в Италии был. Это нюрнбергский купец, который пришел к Дюреру и сказал, так, парень, сделай, сделай меня красиво и возьми недорого, потому что ты начинающий художник. Хорошо, сказал Дюрер. И что он делает здесь? Вы понимаете, снежные вершины Альп из Нюрнберга вообще ни из одного места в городе не видно. Поэтому наверняка Дюрер где-то был и что-то рисовал. А рисует он все время. Мы с вами видели по зайчикам, травинкам и всем вот этом вот. Откуда-то этот сюжет он взял. А еще он этот сюжет взял из итальянского искусства. Потому что если мы сейчас с вами вернемся к такой банальности, как тетя Лиза Леонардо да Винчи, то вы же помните, что у нее там за спиной. У нее там горный пейзаж. Потому что это очень красиво, с вот такими вот извилистыми дорожками, где как бы все есть. Поэтому Дюрер наверняка все это видел и много раз. Но человек его интересует в первую очередь. Из чего он состоит? Как оно все двигается? Как сделать так, чтобы зритель, глядя на вот это вот, видел и чувствовал плоть? Видел до сексуальных фантазий, потому что, ну, как бы это тоже имеет э, немалое значение, как бы в этот период. И он уже достаточно четко понимает, как художник чем отличается тело женского от тела мужского. Но мы с вами не ошибемся, если скажем, что Адама э, Дюрер пишет скорее всего с натуры. Возможно даже он пишет его с себя потому что ну, как-то очень похож на обнаженного Дюрера, а в ноябрьскую нашу лекцию мы с вами будем видеть его обнаженный автопортрет, и как бы это очень действительно похоже. Кто ему позировал в качестве Евы? Жена ли, может быть, или ее сестра? Ну, было бы очень глупым предположением с нашей стороны, потому что что мы знаем про Агнесу Фрай? Про Агнесу мы знаем, что она была некоммуникабельная, не недобрая, очень религиозная, религиозная до скуки. Вы знаете, вот тот вот тот примитивный, то примитивное фарисейство, против которого так много выступал Христос. То есть вот она была именно такой. Ей вечно не хватало денег, она вечно пилила Дюрера за то, что он мало работает, он мало зарабатывает, когда Дюрер умрет и оставит ей 6 тысяч гульденом по тем временам, ну, это огромное состояние, свой дом, который мы с вами сегодня будем видеть, он купил за 275 гульденов, четырехэтажный дом. Четыре этажа вверх, четыре этажа вниз. А, ну, ты шучу, конечно. А как бы 6 тысяч, то есть это огромная сумма по тем временам, при этом она считала, себя и вообще не понимала, как жить дальше, пыталась занимать у его друзей, которые об этом э, пишут. То есть она точно не тот человек, которого Дюрер будет просить попозировать. В Нюрнберге очень плохо с борделями, поэтому как бы договориться с девушкой легкого поведения, чтобы она попозировала, тоже сложно. Поэтому, скорее всего, Дюрер работает с какими-то античными торсами, пытаясь вдохнуть в них какую-то жизнь. Поэтому вот Ева у него не такая убедительная. Вообще, вы можете очень часто сталкиваться с этой темой, когда Дюрера обвиняют в том, что он не любил рисовать женщин, что они у него некрасивые. Вы понимаете, я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь, учитывая, сколько он их нарисовал. По всей видимости, он все-таки очень любил и умел это делать. Единственное, наверное, в чем была проблема, это в его реализме. Дюрер самый настоящий реалист. Вот он то, что видит, то он рисует. То есть какие женщины были, таких он рисовал. Попадались ли ему красивые? Конечно, попадались. Ну, э, а вот эта вот Ева, кстати, несмотря на то, что она, возможно, абсолютно фантазийная, но она совершенно прекрасна. И не менее прекрасна она у него вот в этой гравюре, которая была сделана за три года до э, картины, которую вы видите. Сначала появилась гравюра, и, в принципе, это единственная гравюра, которую я вам сегодня показываю. У нее здесь э, то, что вот, э, вот, вот сюда, посмотрите, он пытался, совершенно искренне пытался, изобразить античный греческий профиль, когда почти не читается, переносица, когда лоб переходит в нос. По всей видимости, он увидел, что это сделать очень сложно. Как бы, что красиво в статуе, и не всегда красиво в рисунке. Поэтому ему пришлось сделать переносицу. Она получилась такая не совсем удачная. Ева получилась горбоносая, слегка напоминающая Анну Ахматову. И, кстати говоря, кто-то из друзей Ахматова и сказал, «Боже, как вы похожи на Еву Дюрера». То есть, ну, все к лучшему, как говорится. И совершенно волшебная вещь. Ну, о гравюрах мы будем с вами говорить все-таки в следующий раз. А вот это вот уже автопортрет 1498 года. Здесь у нас с вами 27-летний, правильно я считаю? Дюрер, который уже завивает волосы, который уже завивает бороду. И вот этот портрет написан за два года до его автопортрета, с которого мы с вами начали. Но дело в том, что это не меньшая наглость с его стороны, чем тот портрет, где он фас смотрит на нас э, с вами. Этот портрет находится в Прадо, кстати, и сразу хочу сказать для всех тех наших соотечественников, которые в Европе, что Дюрера больше всего в Прадо, в Мадриде, в пинокотеке старых мастеров в Мюнхене и в галерее старых мастеров в Дрездене. Его много в Гемальде Гэллери в Берлине, его много в Нюрнберге, как бы естественно, да, ну, немножко в Париже немножко в Вашингтоне. Ну, это, собственно говоря, все. Хотя, как бы, э, наследие Дюрера, особенно наследие графическое, оно, конечно, огромное. Благодаря Василию Назарчу Каразину, даже в Харьковском музее очень хорошая э, коллекция дюреровских мастерских э, афортов и гравюр. И что же мы с вами здесь видим? Ну, так писали только аристократов. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Он в перчатках. Перчатки — это не про то, что холодно. Перчатки — это про то, что мы э, своими пальчиками мы не касаемся всего вот этого бренного света, не говоря уже о том, что ну, может же подойти там вообще какой-нибудь крестьянин, да, там, и ты дотронешься до него. Ужас какой. Где-то надо быстро найти, где помыть руки. Поэтому а настоящий аристократ, он всегда в перчатках. И Дюрер себя Пишет, как э, самого настоящего аристократа, так интересно, здесь видите, 972, музей Прада поставил свое клеймо, чтобы дыр не потерялся. Нашли где поставить, и главное, чтобы было так хорошо видно. Э, и он, конечно, совершенно щегольский одет. То есть это нельзя сказать, что так прям ходили все. Нет, конечно. Это стиляга. Это вот чистой воды стиляжничество. Те, кто знают историю костюма, знают, что в конце в последние годы 15 века в Германии так не одевались. Так мог вырядиться только тот, кто хочет, чтобы он был замечен чтобы его все увидели, чтобы никто не пропустил такую не совершенно невероятную красоту. Ну, я обращаю ваше внимание на то, что у нас здесь за окном что? Правильно, любимая дорогая Италия. Мадон он тоже пишет. Мадон он пишет много, у него их много. И пишет он их с удовольствием, и они у него по-своему прекрасны. Но они все у него немножко немки. Есть, есть совершенно потрясающая немецкая сопрано. Она невероятно похожа на эту Мадон. Вот она немка. И вот, вот, она вот совершенно вот такая вот. У него очень взросленький Христосик. Вот обратите внимание, да? И Дюрер переигрывает немножко с такой вещью, как рефлекс. Он, опять же, благодаря тому, что по всей видимости в Италии он все-таки был, он увидел, что итальянские художники открыли эти рефлексы. Что такое рефлекс? Речь идет о том, что наша кожа, она имеет способность, ну, чем моложе, тем больше, конечно, отражать другие предметы. То есть достаточно там к молодой щечке там поднести алое яблочко, как тут же красный свет появится на, на этой щечке. И точно так же с освещением. То есть откуда-то появился там, луч света, все, это обязательно где-то попадет рефлексом там, на форме щеки, как вот, например, здесь у Христа. Видите? Вот у него такая вот мордочка Черчилля немножко. Вот у него пошла вот тут вот тень, а вот за тенью, вот под духом, вот этот вот рефлекс, это тот самый свет, который отразился от стены, которая вот тут. То же самое на ручке, то же самое на бедре, на ножке, вот тут, вот, на всем на свете. Поэтому Христос у Дюрера, он у него всегда как юлочная игрушка немножко. Он у него всегда немножко вот такой вот, сильно праздничный. Вообще живопись Дюрера, она этим отличается. Здесь, понимаете как, не ищите, не ищите в этой живописи гармонии, которую мы ищем в живописи там, поздних художников. Это еще не та эпоха. Мы с вами пока еще говорим про прекрасно, талантливо раскрашенный хороший рисунок. Это еще не совсем та живопись. Вот такая вот у него еще Мадонна. Опять-таки, вот как бы искусствоведы, особенно женщины, на Дюрера обижаются. Ну что он ей сделал со щекой? Ну вот это вот место. Ну а вы возьмите как бы нормальную, красивую, полнокровную немку из Баварии, Которая выросла на, э, на этих колбасках, на этом пиве, на вот этом вот всем. Да, если она чуть-чуть наклонит головку, кто не отменял гравитацию. Да? Абсолютно все ее тело, как бы оно свесится именно в эту сторону. То есть, собственно говоря, что происходит здесь со щечкой мадонны? Ну, вот такая вот немецкая мадонна, да. Вот причем мы с вами должны исходить из того, что образ красивого. В каждую эпоху свой, и не исключено, что мы с вами имеем дело с нюрнбергским эталоном красоты рубежа 16 века. Ну и согласитесь, она улыбается. Вы много видели в итальянском искусстве улыбающихся мадонных, немного на самом деле, а в немецких они они есть. Ну и совершенно волшебная Мадонна с грушей. Она, конечно же, с Христом прежде всего. Но у Христа, если вы присмотритесь, у него вот здесь вот, у него огрызочек груши. То есть ну, грушу он уже заточил, груши там нету. Одна из самых, наверное, красивых дюреровских Мадонн, причем Посмотрите на вот эту вот валь, как он это пишет. Но ну, она реально прозрачная. То есть, ну вот там, ну, ты понимаешь, что вот ее, до нее можно дотронуться. Она, она скользкая, она тонкая, она прозрачная. Ну и потом это очень красиво. Поэтому не слушайте никого, кто говорит, что Дюрер не умел или не любил писать женщин. Это неправда. Ну, это не самая, наверное, все-таки удачная его работа, но эту работу он сделал для Джан Беллини, потому что мы с вами подходим к его второму итальянскому путешествию. Он в 1505 году он отчалил в Италию. В Италию он уехал по э, не совсем приятному поводу. Дело в том, что в Италии очень талантливый парень Марк Антонио Раймонди начинает копировать дюраровские гравюры он покупает, а дюреровские гравюры в это время уже по Европе гуляют. Дюрер благодаря своим гравюрам уже на всю Европу известный художник, в Италии в том числе. И в Италии они очень хорошо заходят, потому что ну, во всем мире весь мир как бы благоговеет перед импортом. Тут дюрера свежего подвезли. Марк Антонио Раймонди покупает дюреровские гравюры, идет домой и просто как бы изучает технику дюрера. И он отличался тем, что он мастерски умел это все повторять. Он реально повторяет дюреровскую технику. Так ладно бы он ее повторил. Он повторяет сюжеты. Ладно бы он повторил сюжеты. В это время это нормально. Это правильно. Если ты хорошо делаешь то, что сделал другой хороший художник, ну ты молодец, тебе просто денег больше дадут. Но Марк Антонио Раймунди делает страшную вещь: он ставит дюреровский вот этот вот дюровскую монограмму, букву А и Д маленькая под этой А, на всех своих работах. То есть он свои работы подписывает монограммы Дюрера и продает это, естественно, как работы Дюрера. Продает он их в Венеции. И Дюрер едет в Венецию для того, чтобы закрыть все это дело, как бы он собирается обратиться в сеньорию, как бы с жалобой. В Венеции так получается, что он, причем так, об, этом, об этом прекрасно пишет Вазари. Вазари, который был, естественно, итальянцем, да, он, несмотря на то, что он понимает, что Дюрер талантливый художник, он, во-первых, Дюрера он его все время называет фламанцем, он его называет швейцарцем, он его называет голландцем, он ни разу не называет его немцем. И э, несмотря на то, что Вазари понимает, что Дюрер был прекрасным, как бы талантливым художником, он явно на стороне Марка Антонио Раймонди. И с каким же наслаждением Вазари пишет, что вот Дюрер приехал, обратился в Совет 500, значит, э, чтобы там приструнили Марк Антонио Раймонди, чтобы ему запретили копировать Дюрера, запретили все вот это, и чтобы вообще к Дюреру Марк Антонио Раймонди не подходил там ближе на 10 километров. А сеньория Венеции Дюреру отказывает. Она говорит, нет, Марк Антонио Раймонди что захочет, то и будет рисовать. У нас республика, у нас все можно. Единственное, что нельзя, Марк Антонио Раймонди за это поругали, ему сказали, подписывай своим именем, а не именем Дюрера. Это, собственно говоря, все, чего Дюрер добился. Но при этом как бы все равно в Венеции, в Италии он обрастает интересными знакомствами. Он там многим нравится. Нравится в том числе Джованни Беллини. И Джованни Беллини просит э, Дюрера ему что-нибудь, ну сделайте для меня что-нибудь, ну подарите мне что-нибудь. И Дюрер пишет вот эту Мадонну с Чижиком, Которую якобы он дарит Марку Антонио Райму. О, Господи, извините, Джованни Беллини. Но я хочу вам прочитать немножко его эпистолярщины. Ну, два, два коротеньких письма. Дюрер пишет очень много. В сети все это есть. Можете почитать это, это наслаждение. У него был ближайший его друг Вилебальд Пергеймер, которого он знает с детства, потому что с Пергеймерами они соседи. Пергеймер старший сдавал дюреру старшему часть дома, в котором, собственно говоря, Альбрехт родился. И они дружат всю свою жизнь. И э, основная переписка у дюрера именно с Виллибальдом Пергеймером. И вот письмо от февраля, февраля 1506 года. Дюрер Пергеймер. «Я хотел бы, чтобы вы были здесь, в Венеции, среди итальянцев так много славных людей, которые чем дальше, тем больше со мной дружат. Так что становится легко на сердце. Разумные, сведущие, хорошие лютнисты и флейтисты, понимающие в живописи, люди благородные души, искренние добродетели. Они выказывают мне много уважения и дружбы». И включается близнец. И напротив. Есть здесь и бесчестнейшие, и залгавшиеся воры, и негодяи. Я не думал, что такие бывают на свете. Но если кто этого не знает, он может подумать, что это милейшие на свете люди. Я сам не могу удержаться от смеха, когда они со мной разговаривают. Они знают, что все их злодейства мне известны, но не обращают на это совершенно никакого внимания. У меня много добрых друзей среди итальянцев, которые предостерегают меня, чтобы я не ел и не пил с их живописцами. Многие из них мне враги. Они копируют мои работы в церквах и везде, где только могут их найти, а потом ругают их и говорят, что они не в античном вкусе, поэтому плохи. Но Джамбеллини очень хвалил меня в присутствии многих господ. Ему хотелось иметь что-нибудь из моих работ, и он сам приходил ко мне и просил меня, чтобы я что-нибудь сделал, и он хорошо мне заплатит. Хорошо мне что-то подарил, и он, что и он хорошо мне заплатит. Это вообще очень про Дюрера. А если помните, наша лекция, наша лекция о Грюневальде, там был этот момент, Дюрер пишет, что он Грюневальду подарил прекрасный рисунок, взял всего два гульдена за подарок. Заплатит, да. Все говорят мне, какой то достойный человек, и я тоже к нему расположен. Он очень стар и все еще лучший в живописи. А те вещи, что так понравились мне 11 лет назад, то, о чем я вам говорил, Теперь мне больше не нравится. И если бы я не видел этого сам, я бы никому не поверил. Милый, я хотел бы знать, не умерла ли какая-нибудь из ваших любовниц, например, та, что совсем у воды и вот такой вот значок, или девица подобная рисунок цветка, или рисунок метлы, или рисунок собаки, чтобы вы могли взять на ее место другую. Писано в Венеции в 10 часов вечера в субботу после сретения примерно 7 февраля 1506 года хорошо пишет, согласитесь. То есть, ну, как бы понятно, что немножко это вычурно, как бы, ну, мы с вами должны понимать, какой это слог. И 13 октября этого же, 1506 года. Поскольку я знаю, что вам известно о моей готовности служить вам, об этом нет необходимости писать. Это опять-таки он пишет Пергеймеру. Гораздо важнее рассказать вам о большой радости, которую я испытал, узнав о великих почестях, славе, достигнутых вами благодаря вашей мужественности, мудрости и ученому искусству. Это тем более достойно удивления, что в молодом теле лишь очень редко можно встретить нечто подобное или даже совсем нельзя найти, разве что в моем. Это происходит от особого благословения Божьего, так же, как и со мною. Как хорошо нам обоим, что мы можем быть довольны собой. Я благодаря моим, моим картинам и красоте, вы благодаря вашей мудрости. Больше у вас нет ничего, короче говоря. Когда нас прославляют, мы задираем головы и верим этому. Но, быть может, позади стоит злой соблазнитель и насмехается над нами. Поэтому не верьте, когда вас расхваливают. Ибо вы сами не можете представить себе, насколько вы дурны. Мне кажется, я почти вижу вас, как вы стоите перед Марк Графом, и как вы любезно говорите. Вы ведете себя а так при этом, будто ухаживаете за розентальшей, так вы склоняетесь. О, дорогой господин Пергеймер, сейчас тот момент, когда я вам так весело писал, это вообще замечательно, начался пожар, и сгорело шесть домов у Питера Пендера, а в Венеции огромное количество немецких купцов, у них здесь свое подворье, кстати, в козырном месте, прямо с мостом, рядом с мостом Реальта. И сгорело мое шерстяное сукно, за которое я только вчера заплатил 8 дукатов. Так что я тоже пострадал. Здесь очень много шума из-за этого пожара. Также вы пишете, что я должен скорее возвратиться домой. Я приеду сразу же, как только смогу, ибо я должен заработать на жизнь. Около 100 дукатов я уплатил за краски и прочее. Я заказал также два ковра, завтра я за них заплачу. Но я не смог их купить дешево. Я запакую их вместе с остальными моими вещами. Также знаете, что я решил было научиться танцевать и был два раза в школе. Но после того, как пришлось заплатить учителю дукат, никто не заставит меня снова туда пойти. Я истратил бы на учение все, что я заработал, да еще в результате ничего бы не научился. Хотя я так талантлив. Также я никогда не мог узнать, напечатано ли, мое, напечатано ли когда-нибудь новое что-нибудь по-гречески. Я запакую вам стопу вашей бумаги. Я думал, у Кеплера это не тот, который Иоганн. Ее больше. Это какой-то другой Кеплер. Но таких перьев, как вам хотелось, я никогда не мог достать. Все же я купил белых перьев. Если же мне попадутся зеленые, я их тоже куплю и привезу с собой. Также по вашей просьбе довожу до вашего сведения о том, когда я собираюсь возвращаться, чтобы мои господа знали, как им поступать. Как им поступать? Банкет готовить. Я закончу здесь все дела через 10 дней. Затем я поеду в Болонию ради секрета искусства перспективы которым хочет научить меня один человек. Этим человеком был знаменитый бухгалтер Лука Пачоли. Там я побуду около 8 или 10 дней, а затем снова приеду в Венецию. После этого я выеду с первым же посыльным. Внимание! О, как мне будет холодно без солнца! Здесь я господин, дома я паразит. Писано в Венеции 13 октября 1506 года дивная совершенно вещь, вот это вот «здесь я господин, дома я паразит». Вот на сегодняшний день все ломают головы, что, что же он имеет в виду. Он имеет в виду вообще отношение к нему как к художнику. А может быть это цитата из «Семейной жизни», что, ну как мне кажется, скорее всего, хотя я не могу сказать, что я прям уж такой в этом деле хороший судья, вы, наверное, уже слышите, да, у меня есть такие нотки предубеждения по поводу его жены Агнесы. Вот, а мы с вами идем дальше. Вот эту Мадонну, скорее всего, он написал для Джованни Белини, потому что тот его об этом попросил. Есть легенда, которая говорит о том, что Белини пришел к Дюреру, а Дюрер в это время работал над алтарем четок, сейчас будем его смотреть. И Белини был потрясен тем, как Дюрер пишет волосы. И Белини спросил Дюрера, маэстро, а какой кистью вы пишете волосы? А Дюрер ему сказал, любой. И взял как бы самую толстую кисть и быстренько на холсте изобразил локон, тут же в него добавил блеск, и еще волосинок. как Джан Батиста Беллини просто с ума сошел от этой красоты. Ну, скорее всего, это просто городская легенда. Не мог не показать вам еще вот эту вот Мадонну, но это опять-таки эта история, это святая Анна, Богородица и Младенец, это Анна, она у нас мама, Богородица, напоминаю, если забыли. И, скорее всего, для святой Анны здесь позирует как раз Агнес Дюрер. Этот алтарь, он пишет, скорее всего, тоже в Италии. Это такой вот двухстворчатый алтарь. Здесь, с одной стороны, мы с вами видим, как жена издевается над пророком и патриархом Иовом, что, опять-таки, Дюреру, по всей видимости, хорошо было известно. И более того, в в качестве практически подписи. В виде одного из этих музыкантов Дюрер пишет себя. Вообще поместить себя любимого на любую картину становится вообще таким маркером Дюрера, за что, за что все искусствоведы и коллекционеры говорят ему, конечно же, огромное спасибо. Тоже один из его алтарей – это поклонение волхвов. Младенец Иисус только родился, волхвы увидели звезду, Валтасар, Мельхиор и Каспар, три царя, пришли поклониться младенцу Христу. Для Германии как бы это вообще такая тема, потому что в Кёльне, в раке трех царей, находятся мощи именно святых волхвов, которые там находятся до сих пор. Если кто в Кёльне, зайдите, передайте от нас привет. И здесь в качестве одного из волхвов Дюрер пишет себя. Очень красивый алтарь, алтарь со святым Георгием и святым Евстафием, причем этот алтарь был заказан э, Дюреров э, Нюрнберге, Нюрнбергс, нюрнбергскими господи Боже мой, купцами, э, братьями Паумгартерами, которые возвали одного Георгия и другого Евстафия. Поэтому, собственно говоря, вот эти святые именно здесь и находятся. Но тут традиционно у нас ну, здесь, правда, поклонение, здесь поклонение пастухов, ну а в виде вот этих святых написаны эти братья. И надо сказать, что фигура святого Евстафия он всегда изображается вот с вот такими вот флагом и тут у него в качестве аксессуара, голова оленя с распятием. Между рогами он на охоте, он стал на охоте христианином. То есть он охотился, вдруг увидел оленя. У оленя между рогами распятие, а так, собственно говоря, и уверовал. Но вот эта фигура, то, как это изобразил Дюрер, ну это стало хрестоматийным сюжетом на все времена. В это время у Дюрера потихоньку тырят все, в том числе кранах. Но опять-таки тырят очень по-своему, они это делают очень грамотно. И опять же повторяю, что в то время как бы это нормальная такая история. Очень хочу вам показать вот эту вещь. Ну, это алтарь Якоба Геллера, который как бы мы уже с вами тоже видели на лекции по Грюневальду, потому что здесь обратную сторону расписывал Грюневальд Гризалью. Такая многострадальная вещь, учитывая, что она вообще до наших с вами дней не дожила. Это копия, которая была сделана во второй половине 16 века. Это не дюреровская работа. И здесь как бы вот Якоб Геллер, он вот там вот, который заказал. Здесь с этой стороны его жена Катарина. Поэтому, естественно, в качестве святых здесь у нас Иаков, брат Господень. Здесь святая Екатерина Александрийская. Ну, здесь коронация Мадонны. Ну, и вот то, о чем я вам говорю. Не ищите у дюрера цветовой гармонии. У него очень роскошно. То есть до того, как в этот мир Агю... пришел Айгюст Ренуар, Дюрер был самым идеальным художником для того, чтобы написать на коробке хороших шоколадных конфет. Ну, как мне кажется. Во всяком случае, если мы говорим о его живописи. А вот, наконец, алтарь Розария или алтарь Чоток, как его еще называют. Это работа, которую Дюреру заказали как раз, когда он находится в Венеции. Ему заказали это немецкие купцы. Я уже вам сказал, да, что немецкое подворье находилось в прекрасном месте на Гранд-канале, рядом с мостом Реаль, это все живописно. Заплатили по тем временам сумасшедшие деньги, 200, 200 дукатов. И то Дюрер ныл, потому что с живописью в это время плохо что? Ты не понимаешь, сколько ты потратишь время на то, чтобы все это написать. Сколько ты съешь, сколько ты выпьешь, сколько ты прогуляешь с новыми друзьями, по которые появились в Италии. Краски все время дорожают. Вы видите, сколько синего. То есть, в принципе, как бы это вот 1506 год, и первый раз к Дюреру в голову приходит мысль. А может быть с этой всей байдой как бы закончить и заняться только гравюрой, потому что гравюра приносит значительно больше денег, как бы и ему вообще это очень интересно, потому что у него такое появляется ощущение, что в вопросах живописи он уже познал все, выше него никого нет. Но при этом как бы он все равно как бы выполняет эту работу. Это э, тема про Розарий Богородицы. Это вообще католическая молитва, которая читается на четках. Она очень красивая. Мы в прошлом году с друзьями месяц, месяц март, вторую его половину, начало апреля провели в самом настоящем католическом монастыре на западе Украины и мы застали э, чтение о Богородицы, когда вот на четках читаются эта молитва, это очень красиво. Ну, а здесь, ко всему прочему, это все превращено вот в такой праздник, где всем Богородице и все вокруг раздают вот такие вот э, веночки из роз, где белые розы символизируют Богородицу, а красные розы символизируют крестные муки Христа. Причем вот справа от Богородицы там Святой Доминик, это, собственно говоря, автор э, всей этой темы Розария Богородицы и вот этих вот молитв. Ну и, конечно, здесь все именно так красиво, как в это время все это любят в Италии. То есть немецкие купцы дурево сказали, что они хотят. Потому что здесь пути они поддерживают и венец над Мадонной, они поддерживают вот этот вот зеленый балдахин над ней. Опять-таки, потрачена куча красок, куча денег на э, синие краски. И здесь у нас э, прямо перед Мадонной стоят колено преклоненные два человека. С моей стороны император Максимилиан I Габсбург, император Священной Римской империи, он же король Германии и римский король, он же титулярный герцог Бургундии, он же граф Фландрии. Справа от Богородицы папа Юлий II, которого мы все с вами хорошо знаем по портретам работы Рафаэля. И мы с вами понимаем, что портреты Рафаэля, это что мы видим здесь с правой стороны, это вообще, ни секундочки, не он. Но! Дюрер никогда не видел папу Юлия II. Вот как его попросили изобразить папу, так он его изобразил. С другой стороны, есть абсолютно искусствовеческая легенда, которая говорит о том, что знаменитая борода, которая была у папы Юлия II, он был еще первым бородатым папой, он ее отрастил в последние годы жизни, когда он вел войну как раз с Венецией. Он ее отрастил и сказал, что сбреет только тогда, когда Камбрейская лига победит. Но, если не ошибаюсь, он до этого не дожил. Поэтому не исключено, что мы с вами имеем уникальную возможность лицезреть папу Юлия II без бороды. Вот, собственно говоря, о чем это кино. А еще видите человека с бумажечкой? Это Дюрер. Там написано, я, Альбрехт Дюрер, немец, написал этот алтарь, и дата стоит 1506 год. Ну не умница ли? Это венецианка одна, это венецианка другая. Ну и скажите, что он не умеет и не любит писать женщин. У него это потрясающе. Мало того, он, он троллит итальянцев. Он пишет в стиле, в котором пишет поздний Джорджоне и ранний тициан, и поздние белини. И он, как бы говорится, вообще для меня несложно. Делаю, что хочу с вашими венецианками. На картинах, конечно. Причем тут интересно то, что э, вот в некоторых местах, вот на плечах, причем вот это вот ожерелье то есть там вообще у него там имприматурка, вот эта первая прописка оттуда сквозит. То есть он творит то, что делают уже художники конца 19-го, начала 20 века. То есть это уже такое вот очень артистическое отношение к живописи. И он возвращается после Венеции в Нюрнберг, и в Нюрнберге в 1509 году он покупает вот этот вот огромный дом, который раньше принадлежал астроному, поэтому здесь вот на самом верху, вот тут вот, прекрасные окна с возможностями как бы наблюдать за звездным небом и Дюрер естественно устраивает себе там мастерскую. Этот дом он покупает за 275 гульденов. По тем временам сумасшедшие деньги. Причем через какое-то время, когда в очередной раз придет Агнеса и скажет «Дюрер, у нас нет денег, надо что-то срочно делать», как бы Дюрер выполняет заказы для императора Максимилиана I, которого мы с вами уже только что видели. И император Максимилиан дарит Дюреру пенсию в 100 гульденов ежегодную, которую Дюрер должен получать. То есть пенсия, которая равна примерно третьей части этого дома, что, согласитесь, совсем неплохо. Вот, но Дюрер же продолжает работать как бы и со своими постоянными немецкими заказчиками. Его постоянным немецким заказчиком был Фридрих III саксонский курфюрст. А Фридрих III саксонский он отличался тем, что, несмотря на то, что он поддержал поддержал Лютера и то, что Лютера не сожгли на костре в первые же годы его проповеди, это, конечно же, во многом заслуга именно Фридриха III. Но Фридрих III при этом как бы он был страстным собирателем э, всякого рода реликвий. То есть э, у, него, у него была сумасшедшая коллекция, э, у него было меньше картины статуи, чем всяких костей, черепков, берцовых костей, там, фаланг там, всего на свете. Тот случай, когда э, однажды, как бы при описи, он обнаружил, что у него три. Черепа Иоанна Крестителя. Ну, как бы, это, это было нормально. Но самая больш... самой большой частью его коллекции были, конечно же, мощи 10 тысяч мучеников. Я не готов утверждать, что были мощи прям всех 10 тысяч. Но, короче говоря, это был, по всей видимости, какой-то шкаф костей который относился именно к этой теме. Это легенда, которая имеет такое немножко апокрифическое происхождение о том, что на горе Арарат персидский царь приказал казнить своим людям, приказал казнить 10 тысяч христианских мучеников. Где он на горе Арарат в это время набрал такое количество христиан, история умалчивает, но казнены были они каким образом? Они были забиты камнями, кольями, они были распяты на, хри... на кресте, повешены, сброшены со скал и э, еще сброшенный в терн. Ну, вы же помните, да, Христос был увенчан терновым венцом, поэтому как бы, терн здесь тоже как бы, имеет место быть, и здесь все вот это изображено. И для того, чтобы иметь как бы, у себя в домовой своей церкви в Веттенберге алтарь, который посвящен такому количеству как бы, костей, которые собраны в коллекции, Фридрих III просит Дюрера, собственно говоря, это изобразить. И Дюрер это делает. Это очень большая работа на самом деле. И здесь огромное количество людей. Но, опять же, не хочу сейчас вдаваться в подробности. Наверняка здесь не 10 тысяч мучеников, а все-таки их меньше, но нам э, понятен ужас как бы, и громадность всего того, что здесь происходит. Ну, несмотря на все вот это, в центре этой доски, вот здесь, под ручку с одним очень хорошим немецким поэтом гуляет, как вы думаете, кто? Альбрехт Дюрер, который показывает ему, что вот здесь все происходит. И это самая лучшая подпись для этой дюреровской работе, и мы переходим, наверное, к его самой известной работе, так называемый «Алтарь Ландауэра». Это немецкий купец из Нюрнберга, который известен тем, что он основал дом 12 или обитель 12. Естественно, это посвящено 12 апостолам, но там речь шла о том, что в этом доме содержались бедные, несчастные, убогие люди, которых в этом доме кормили, поили, все совершенно бесплатно, одевали медицинская помощь, страховка, все как положено, за счет Ландаура, он, кстати, потом станет одним из этих 12, единственное, что от них требовалось, они должны были с утра до вечера, пока они бодрствуют, они должны были молить Христа и Богородицу о прощении Ландаура. То есть это, ну, вот так вот и для ландаура для вот этого дома Дюрер пишет вот этот вот грандиозный алтарь это алтарь святой троицы потому что здесь у нас изображены то с чего мы начали в самом начале Бог отец вот он он держит как бы вот на кресте сына Христа, а сверху у нас еще к тому же вот такая вот голубка которую очень часто тоже изображают в фас что в принципе для художника не всегда удобно, потому что вот эта голубка, изображенная фаз в наше время это очень часто похоже на кран, который просто ну, вот взяли и вот так вот изобразили. А там внутри, как бы, ее головка ⁇ это вот эта гайка, которая внутри, на которой, собственно говоря, все это держится, но Дюрера с этим, здесь все в порядке. Огромная многофигурная композиция, очень воздушная, очень красивая. Здесь папы, короли. Здесь изображен сам Ландауэр. Вот он, колено преклоненный, то есть человек, который все это заказал. Ну и, конечно же, Альбрехт Дюрер, собственная персона, и он там еще держит такой вот, как бы, плакатик, на котором написано, кто это все сотворил. Конечно же, он. Тоже еще мог все это сделать. И он, конечно же, прекрасный портретист. Мы с вами уже приходим в ту эпоху это уже 16 век когда он уже задумывается о том, что живопись отбирает много сил, много времени. Как, бы, как бизнес это не сильно интересно, а он в этом смысле как бы может все, он достиг уже всех вершин. И вот портреты у него, конечно, совершенно потрясающие. И когда мы будем говорить про Гальбейна уже в самом конце немецкого цикла, то у Гальбейна, конечно, очень много в его портретах очень много от дюрера. И видно, что Гальбейн много смотрел дюрера, и ему много было в нем интересно, потому что дюрер, я не хочу сказать, что эти портреты полны психологизма, хотя, по-моему, здесь это тоже есть. Но вы понимаете, это такая скользкая тема, потому что, ну, я не хочу как бы говорить эти банальности, потому что уже как бы столько экспериментов на эту тему, когда показывали фотографию Нильса Бора, да, великого физика и лауреата Нобелевской премии, там разным людям, которые его никогда не видел, и кто-то говорили, что, это вообще какой-то, наверное, маньяк страшный, как бы, а кто-то сказал, что это, наверное, вообще какой-то крестьянин, то есть ну, лицо интеллектуала, вообще за лицо интеллектуала, не сошло вообще. Поэтому, как бы тема психологизма, давайте ее оставим, потому что это просто фантастически сделано. Дюрерские портреты в сети есть в хорошем качестве. Их надо смотреть э, очень сильно приближая на экране, потому что то, как сделаны зрачки, как там отражаются окна, в которых четыре стекла это какая-то фантастика. Ну и опять же, да, Леонардо да Винчи в Италии, полуулыбка э -э, Лизы, за которой что-то прячется, которая вся такая таинственная, да, а это что, по-вашему? Как не полуулыбка? Вообще другой, согласитесь. Вот специально я вот так подобрал на контрасте. Вот так удряжка сью, которая только что была, и вот этот вот серьезный дядя с вот такими вот плотно сжатыми губами. И Дюрер вообще не льстит ни секундочки, вот какой есть такое и пишет. И он, конечно, фантастически работает смехом. Очень сильная вещь, очень мощная. Он прекрасно владеет э, лепкой лица, вот волосы, шляпа, мех, опять же. Руки втулил, это важно. Дело в том, что мы с вами говорим про эпоху, когда просто лицо, одежда и шляпа, да, это один гонорар. А если ручки появляются, это совсем другая история. Это уже может себе позволить далеко не каждый даже богатый человек, поэтому, скорее всего, это очень, это очень дорогостоящая работа. И император Максимилиан I. Для императора Максимилиана Дюрер работает очень-очень много. Я вам уже сказал, что Максимилиан выторговал у Нюрнберга пенсию ежегодную для Дюрера. Причем, как он ее выторговал? Сначала Максимилиан сказал городу Нюрнбергу, который как бы вольный город. Значит так, Нюрнберг, вы просто платите ежегодно из своей казны 100 дукатов, 100 гульденов дюреру. Сейчас, сказал Нюрнберг. А тут проблема в чем? Как бы? Интеллигентный человек, умница, на самом деле человек, который он очень много сделал как бы, для того дела, которым занимался, который с великим творчеством относился к власти. Это вообще, как бы, мне кажется, это проблема как бы, власть придержащих. Они не понимают, что власть – это про творчество прежде всего. Вот у него с этим было все в порядке. У него была другая проблема. У него вечно был, не было денег. Поэтому он как бы пытался как бы найти какие-то лазейки. В какой-то момент он ее находит, и он говорит Нюрнбергу, хорошо, тогда давайте так, вы мне ежегодно платите там определенную сумму денег. Платите мне на 100 гульденов меньше, а эти деньги отдавайте Дюреру. О, так интересно, как бы сказал Нюрнберг, и на это согласился. И Дюрер ежегодно получает практически треть своего дома. Понимаете, да? При этом как бы Агнессе все время не хватает не хватает денег. Дюрер прожил небольшую жизнь. Он в 1528 году он уже умирает. А в шестом году он откладывает в сторону резец, потому что в это время он все больше, как бы занимается гравюрой. И он для своего родного города, для Нюрнберга, он для Нюрнберговской ратуши. Он пишет вот этих четырех апостолов. Ну, строго говоря, это, четыре, это три апостола один евангелист, потому что здесь вот святой Иоанн на левой створке. Вот, он любимый ученик Христа, который был тогда такой молодой, красивый, но он, конечно, повстарел, повзрослел уже. Рядом с ним апостол Петр, вот он. Здесь у нас евангелист Марк, которого так сильно любят в Венеции. А вот это вот апостол Павел. Сложно сейчас сказать, почему этих персонажей выбрал Дюрер. Есть версия, говорящая о том, что Дюрер нам с вами изображает четыре основных психологических характера. Непонятно только, зачем это в ратуше нужно, как бы изображать эти характеры. Поэтому, скорее всего, как бы у, этой, у этой истории было что-то еще. Здесь был текст из Святого Писания, но того Святого Писания, который на немецкий язык перевел Лютер. Потому что 26-й год – когда Дюрер дарит городу эти доски, да, кстати, я вам не сказал, Дюрер все писал на досках. Это не одного холста, все доски. На холсты это все переводили уже в XIX веке, чтобы это все как-то сохранить, потому что доски, к сожалению, ломаются, высыхают, портятся и так далее. А, да, так вот, в пятом году Нюрнберг становится э, лютеранским городом. Нюрнберг в качестве своей городской идеологии и религии принимает Протестантизм, который проповедует Мартин Лютер, то есть Нюрнберг уходит из-под юрисдикции Святого престола в Риме. Кстати, до этого момента, как бы, там в Нюрнберге очень много проблем, как бы, для тех, кто почитал Лютера. А, кстати говоря, Дюрер к Лютеру относился хорошо, он интересовался идеями Лютера, их и вроде как даже их поддерживал, исходя из его же дюреровских писем, но дюрер пострадал от э, католиков, потому что они загребли часть его подмастерьев, с которыми он работал. Поэтому у дюрера были проблемы с властью, хотя после своего возвращения из Венеции, вот с того самого 1509 года, когда он покупает себе дом, он уже состоит в членах магистрата Нюрнберга, он уже такой, ну, очень уважаемый человек, практически сенатор, можно сказать. Вот, а в 26 году, это уже год, как Нюрнберг находится в лоне протестантизма, он абсолютно свободен, и вот этому свободному городу э -э, Дюрер пишет такие доски, а внизу, вот там вот, э -э, пишутся, пишутся цитаты из Лютеровского Евангелия, именно в переводе Лютера на немецком языке. Картины эти через сто лет в 1626 году так сильно захотел захотел баварский герцог Максимилиан I, что Нюрнберг решил с герцогами не ссориться и герцогу эти доски отдать. Причем Нюрнберг подумал как: мы сейчас католику Максимилиану отправим дюреровских апостолов, а внизу внизу. Надпись сделанная как бы с перевода Лютера. Посмотрит Максимилиан на лютеровский, на лютеровский перевод и вернет нам доски назад, скажет нет, мне такое нельзя, мне такое не положено. Максимилиан оказался проще, он отпилил эти фрагменты, где э, был лютеровский текст. И отпиленные досочки с лютеровским текстом вернул в Нюрнберг за ненадобностью. И с тех пор эти э, апостолы находились в Мюнхене, в Баварии. И только в 1926 году, к юбилею досочек, они воссоединились с отпиленными частями в Нюрнберге, которые на них оказались. Я хочу вам сообщить, что... В наш следующий раз мы в ноябре будем говорить исключительно о графике дюра, о его гравюрах, о его рисунках. А до ноября это вам как бы вот такое вот домашнее задание. Это прекрасный английский писатель, наш с вами современник. Это чудесный исторический детектив. Дюрер здесь один из персонажей. И прочитав эту вещь, вы узнаете, что знаменитую Туринскую плащаницу изготовил именно Альбрехт Дюрер. Это, конечно же, не так. Но Бакли написал прекрасную вещь в стиле Умберта Эка. Если вы любите имя Розы и Баудалина, то это вот в, это, это настолько же интересно. Поэтому это вот такое вам домашнее задание. До ноября, до нашей с вами следующей второй части Альбрехта Дюрера прочитайте, пожалуйста. На этом все. Спасибо.